Лечение диабетической ангиопатии появляется, когда сахарный диабет плохо компенсирован и уровень сахара повышается выше 7 ммоль на литр. Что очень важно в обмене углеводов, очень важный момент, это инсулинорезистентность печени, состояние печени. Ну, на тему, что делать с печенью, написана такая книга, что делать, если у вас есть печень. Вот, опубликовано мною 6 брошюр, касающихся лечения сахарного диабета. Ну, 35 опубликованных книг, вы обложки их видите. Что важно? Есть отработанные авторские препараты, которые позволяют в течение 4 месяцев устранить инсулинорезистентность печени, и 80% больных, у них исчезает необходимость лечить не только лечение диабетической ангиопатии, но и лечение сахарного диабета. Потому что уровень сахара в крови возвращается в комфортные пределы нормы, приближается к 4. Если вам необходимо лечение диабетической ангиопатии, вы знаете теперь, куда обратиться, а мы всегда готовы вам помочь.